Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу сделать новый ритуал, который называется «Чистка сосудов ноги, стопы», то есть чистка сосудов ног. Потому что по поводу ног еще есть другие у меня ритуалы на эту тему, вы можете смотреть. Я всегда рекомендую смотреть все мои ритуалы в комплексе, потому что мы с вами — это сложный организм с разными проблемами, болезнями на разных уровнях. Поэтому чистка моя происходит на энергетическом уровне. Каждый мой ритуал я провожу в энергоинформационном потоке. Энергию беру из пространства. Все мои ритуалы на канале бесплатно, вы это знаете. У меня магически-эзотерическая тема, магически-эзотерический канал. Высшие силы вам помогают через меня, друзья. Вы просто смотрите, подключаться специально не нужно к моим ритуалам. Вы уже смотрите, вы уже присутствуете, вы уже получаете результат. Я читаю ваши комментарии, вы интересно пишете, и благодарности, и ваши ощущения во время просмотра моих ритуалов. Я благодарю вас за все, друзья. Все вопросы, пожалуйста, задавайте мне на консультации. Запись на консультацию, WhatsApp, Viber, Telegram. Пожалуйста, пишите. Номер телефона у меня один и тот же. Пишите SMS, я отвечаю всем. Не звоните мне, пожалуйста, друзья. Разговариваем мы по телефону только на консультации. На консультацию нужно записываться. Друзья, консультация моя платная. Все бесплатное, пожалуйста, все мои ритуалы бесплатные. Смотрите на канале здесь, пожалуйста. Я рада вам помочь. Высшие силы вам помогают через меня. Сегодня тема ноги, стопы, сосуды. Болят ноги очень у многих из вас. В силу разных болезней, разных проблем, разных видов деятельности, потому что у вас есть работа, связанная с тем, что вы стоите или сидите неподвижно, или вы стоите целый день на ногах, или вы мало двигаетесь, или вы просто имеете проблемы с ногами. Закупорка сосудов и так далее. Я сегодня работаю в этом направлении с вами. Тема такая моего сегодняшнего ритуала. Вы просто смотрите. Устали. Расслабьтесь, потому что за целый день устали. Много ходили, много работали, много стояли. Вес, давление на ноги у многих из вас давит вес на колени, на стопы, колени болят. Суставы есть другие мои ритуалы по поводу суставов. Но сегодня тоже суставы немного. Чистка пройдет тоже по поводу суставов, потому что ноги, суставы, ног. Все взаимосвязано. Я работаю с вами, если я молчу или я разговариваю, все равно ритуал проходит. Но каждый день мы разные, поэтому ритуалы мои тоже разные, несмотря на то, что они все происходят в энергоинформационном потоке, но все равно они разные, каждый день мы разные, энергия разная. Отекают ноги, да, устают. Плоскостопие у многих есть. Пекут стопы, вы говорите. Пекут. Я слышу.
Движение можете чувствовать разогрев в стопах или боль начинает уходить, отеки начинают уходить, потом циркуляция крови улучшается. Боли в ногах, в стопах, в коленях у многих из вас. У многих болят ноги от органов малого таза и от низ поясница, крестец, кишечник, воспалительные процессы, связанные тоже с отеками ног, с сосудами. Это все связано, друзья. Даже если кто-то говорит, как это связаны сосуды с кишечником, напрямую, друзья, связаны. И почки там же тоже все связано, все взаимосвязано. И не только почки, и печенка, и все вместе. Варикоз, смотрю, у вас, да, есть, друзья. У многих есть варикоз. Работаю с вами, друзья. Не молчу, просто работаю. Высшие силы вам дают помощь через меня, друзья. Но я поддерживаю энергии в ритуале.
Движение чувствуете, да, у многих отечные ноги, тяжелые, густая кровь. Напрямую связано с вашим питанием, образом жизни, образом деятельности, с вашей деятельностью. И всем, что вы пьете и кушаете, тоже связано. И вес вас, ваше внутреннее состояние желудочно-кишечного тракта, все связано тоже с ногами вашими, друзья. Поэтому на разные темы у меня есть ритуалы. Смотрите, потому что вам нужно улучшить свое состояние. Состояние здоровья, самочувствие. У меня на канале есть ритуал «Восходящий поток», «Сушумна», на разные чакры. Эти ритуалы будут как вспомогательное средство для вас, улучшающее самочувствие, друзья. Поэтому для ног нужно все. И другие энергии, другие ритуалы смотреть, потому что все взаимосвязано, поэтому одним ритуалом невозможно решить все проблемы, хотя каждый мой ритуал работает с первой же секунды просмотра. Все работает. Вы об этом пишете, я это читаю в комментариях. Нравятся мои ритуалы? Да, пожалуйста, смотрите. Чувствуете циркуляцию крови, движение, можете чувствовать движение в ногах, в позвоночнике. Все взаимосвязано, как будто бы движение крови усилилось, да? Легче становится, ноги становятся теплее, легче, потому что многие мерзнут, и ноги, стопы. Тоже с ногами связано сердце, с отеками ног связано сердце тоже. И многие другие органы и системы в нашем организме. Все взаимосвязано. Выделительная система тоже. Потому что гниющие токсины в кишечнике дают проблемы, приводят к проблемам. Интоксикация организма влияет на все. И на сосуды, и на ноги, и на почки, и ну на все. Движение – это жизнь, поэтому я всегда говорю, нужно двигаться, нужно заниматься физкультурой, спортом на вашем уровне, насколько возможно. Ходить надо на очень дальнее расстояние – это не очень полезно. Друзья, она окружается голеностопный сустав. Если можете бегать трусцой, бегайте, не надо километраж наматывать,
30 минут, 20 минут пробежались, прошлись. Пробежались, прошлись. По улице, в парке, вокруг дома, пожалуйста, нормально. Потом втянетесь, постепенно нагрузки увеличивайте. Но очень много ходить, это не совсем полезно, друзья. Лучше протрушивать тело в пробежках. Еще и идет кардио нагрузка, дыхательная, сердечная, работает мышца замечательно в кардио, как в кардио нагрузках, то есть прыжки, скакалочка, прыжки, просто бег трусцой, просто немножко протрушиваться медленно, такая вот ходьба, переходящая в бег. Кто не может бегать, пожалуйста, каждый на своем уровне. Лучше будет, чем просто ходить на дальние расстояния. Процессы совершенно другие включаются. Так, и сегодня хорошо мы с вами проработали сосудами, с ногами, стопами. Я жду вас на моем канале. Благодарю вас всех за все, друзья. Живите долго, счастливо и будьте здоровы. До встречи, друзья!